Дорогие ребята, вместе с последним звонком в школе для вас заканчивается детство. Начинается замечательный период вашей юности, когда вы не только продолжаете познавать окружающий мир, но и определяете свое место в нем. Многие из вас пойдут, конечно же, учиться. Кто-то придет и к нам. Мы – это кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Мы сегодня обучаем несколько сот студентов, которые пришли к нам, начиная с 2013 года, уже был первый выпуск. И сейчас у нас обучаются несколько сотен студентов со всех регионов России и стран СНГ. Мы даем, на мой взгляд, достаточно хорошее, современное, классное образование. И ребята могут себя найти не только в аудиториях нашего университета. Это замечательные стажировки в странах Европы, в странах СНГ. У нас есть базовая кафедра, кафедра евразийской интеграции Межпарламентской ассамблеи СНГ. Собственно говоря, на выходе вы можете быть дипломатами, управленцами, менеджерами, работать в бизнесе, в госструктурах, на медийных площадках, стать кем угодно. То, что широкий спектр ваших возможностей определяется тем, что мы сделаем из вас не только специалистов, но прежде всего личность. Потому что только личность в нашем мире способна удовлетворить свои самые амбициозные желания и потребности. И, конечно же, мы очень заинтересованы, чтобы к нам приходили креативные, творческие, способные и амбициозные ребята. И у нас все получится. Привет, меня зовут Слава, я студент 4 курса. Я хочу рассказать тебе о том, как ты сможешь реализовать себя в нашем университете. Когда ты поступишь к нам, ты погрузишься в яркую и увлекательную жизнь нашего города. Здесь и участие в экономическом форуме, и других международных мероприятиях, и, конечно же, посещение дипломатических представительств. Как видишь, жизнь студента в нашем университете очень насыщена. Приезжай, поступай, пришло твое время.